Но ты только забыл, здесь тебя все ненавидят. Меня боятся, значит, эффективно работает. Вот стану боссом, и веду для тебя персональные требования улыбаться. Вот я стану боссом, так тебя заезжу, что офис станет твоим домом. Так и знаю. Вот я стану боссом, веду новый дресс-код. Только давай с ней рубашки. Вот я стану боссом, веду свой дресс-код. От меня у нас кривые руки, школьные библиотекарь.